Намасте. Тема доклада, как уже было озвучено, учение о васанах по тексту Веданты Панчадаши. Я принимаю прибежище в трех драгоценностях – гуру, дхарме и санге. Текст Веданта Панчадаши, согласно его комментатору с вами Шубха Бодхананда Сарасвати, описывает средства для эффективной мананы и нитьясаны, размышления и созерцания. В тексте затрагивается широкий спектр тем Веданты от микрокосма до макрокосма. Рассказывается о пути, который должна пройти человеческая душа для того, чтобы осознать в себе абсолютное начало. Одной из важных тем является раскрытие вопроса о васанах и освобождение от них. В работе автор дает определение васанам, рассказывает об их видах и о том, как выйти из-под их контроля посредством васанакшаи, мананаши и бодхи, для того, чтобы стать дживанмукти. И вот представленная схема кратко характеризует схематично учение Видьяраньи о васанах в тексте. Эта тема важна, потому что именно вся наша жизнь определяется васанами, которые в свою очередь определяются самскарами и не дают нам покоя, заставляя быть влекомым внешним миром и идти на все новые и новые воплощения. Сознание, движимое импульсами прошлых рождений, непрерывно перемещается из одного тела к другому, испытывая различные желания. Это происходит потому, что сознанию нужно тело, чтобы удовлетворять желания. Желания, если они не исчерпываются и не самоосвобождаются, остаются из жизни в жизнь. Для их реализации и удовлетворения нужно тело, и пока сознанию нужно тело, оно его ищет. Перерождаясь, оно вновь и вновь ищет в себе новое тело, чтобы удовлетворять неудовлетворенные желания. Структура сознания души такова, что в потоке ее сознания имеется множество импринтов, говоря современным языком. Эти импринты, ментальные отпечатки, создают побудительные импульсы, васаны. Движимое такими ментальными отпечатками и побудительными импульсами, тонкое тело ищет себе грубую оболочку, чтобы можно было воплотить желаемое. Цитата из Йога-васиштхи. Как няня носит ребенка с места на место, чтобы отвлечь его, так разумное ограничение, психологическая привычка или тенденция носит душу туда и сюда. Так, привязанные веревкой умственного ограничения, индивидуальное сознание проходит через повторяющиеся рождения в разных видах и через разнообразные страдания. Тонкое тело перестает искать физическое тело, когда поток сознания очищен от самскары васан. Тогда семена будущих карм являются, как говорят, прожаренными на сковороде осознавания. Они больше не дадут новых всходов. У живой души, воплощенной в человеческом теле, которая встретила учение и начала практику, есть реальный шанс понимания, как работает сознание. Понимая, как работают тенденции и имея грубое тело, освободить сознание от влияния этих тенденций. В этом смысле человеческая жизнь является драгоценным шансом для живых существ, поскольку в течение жизни можно очистить сознание и накопить необходимую духовную силу для разрыва круга перевоплощений и решающего рывка в высшее измерение. В измерении тех существ, которые взяли под контроль свой ум и очистили свое сознание от неблагоприятных влияний. Человеческая жизнь или человеческий мир – это своего рода стартовая площадка, из которой можно сделать такой прорыв в эволюции, духовной эволюции. И, как пишут священные тексты, не опускаться в низшие измерения и больше не возвращаться в мир людей, по крайней мере, не по своему желанию. Поэтому великой задачей жизни йогина является прекращение круговорота перевоплощений, то есть разрыв этой бесконечности материальных причин и следствий. Прекращение круговорота перевоплощений возможно только в том случае, когда сознание очищается и обретает духовную силу, когда оно способно противостоять всем васанам, например, гневу, вожделению, алчности, привязанности, зависти, в общем, всему тому, что влечет ее к грубому телу. Освобождение наступает тогда, когда больше нет самскар и больше нет импульсов. Сознанию больше не нужно грубое физическое тело. Васаны. Йога-васиштха. В разуме человека находятся многочисленные скрытые тенденции, и они приводят к разным действиям – физическим, словесным и умственным. Несомненно то, что действие каждого находится в строгом соответствии с этими тенденциями, и по-другому быть не может. Таков порядок действий. Действие не отличается от наиболее сильной из латентных тенденций, а эти тенденции не отличаются от разума, а человек есть свой разум. Каждое живое существо имеет васаны, накопленную память. И у каждого есть свой уникальный набор васан. Это ее предыстория, то, что оно накопило ранее в памяти. Таким образом, каждое живое существо видит мир через призму своих васан. В зависимости от такого набора, каждый видит мир и действует в нем по-разному. Из лекции гуру. Если человек много накапливал васан, связанных с заслугами, то говорят, что у него много сукрити, духовной сатвичной энергии. Если эта заслуга была связана с дхармой, то много дхарма сукрити. Это означает, в его памяти записано очень много дхармичной энергии, и даже небольшое событие способно направить его к дхарме. И когда этот человек первый раз видит гуру, первый раз видит божество, первый раз видит книгу, внезапно что-то в нем пробуждается, и он понимает: так это же мой путь, это же моя жизнь, и через какое-то время он становится садху. Это значит, его дхарма сукрити, его позитивные хорошие васаны, спящие в нем, активизировались. Другой человек много раз встречался с дхармой, много раз видел книги, монахов, садху, божеств, но в нем ничего такого не просыпается, если просыпается, в очень слабой степени. Он думает: может, это мой путь, может, не мой, и потом думает: нет, это вообще не мой путь. Это значит, у него не накоплены такие васаны. И каждое живое существо действует строго с памятью, с васанами. Память руководит живыми существами. Никто не в состоянии противиться своей памяти. Каждое существо, имея соответствующие васаны, обладает соответствующим кармическим видением. Это называется лока-дришти. Это означает: я вижу мир строго в соответствии со своими васанами. Таким образом, васана – это программа жизни в этой жизни, которая формируется как прарабдха-карма. Эта карма толкает живое существо действовать так или иначе. В отношении же садху, йогов, ситуация другая. Они идут по пути преодоления васан. Они идут наперекор собственным васанам, пытаясь с ними бороться, их очищать и двигаться в правильном направлении. От нечистых васан йогин пытается отказываться, чистые пытается поощрять и воспитывать, накапливать для того, чтобы затем, опираясь на чистые васаны, он мог подняться в измерении без васан. Сам Видьяранья дает васане несколько определений. Одно из них – принятие вещи или взгляда на вещь без исследования ее первопричины и настоящей природы, с заключением о том, что все объекты чувств реальны, называется васана. О каком исследовании здесь идет речь? С позиции нашего учения речь идет о двух видах исследования – атмавичара и брахмавичара. И Шубха Бодхананда Сарасвати подытоживает тот факт, что с пробуждением истинного знания себя и внешнего мира кажущееся существование объектов мира пропадает, и все распознается в качестве единого брахмана. В качестве примера можно использовать мысли. Например, приходит негативная мысль, и мы верим ей, вместо того, чтобы ее исследовать и обнаружить ее пустотность. Она фиксируется в нашем сознании, разрастается. Тогда она может стать серьезным кармическим отпечатком, и мы можем руководствоваться ей в этой жизни и в следующей жизни также. Она может стать нашей судьбой. Но если тонкое исследовательское сознание воспитанное, которое не пропускает ни одну интенцию души, то мы исследуем каждую возникающую мысль на стадии ее возникновения. Обнаруживаем ее пустотную природу, и вместо того, чтобы подпадать под ее власть, утверждаемся либо в любви и самоотдаче Богу, либо в естественном состоянии. Тогда васана растворяется, или мысль, которая возникает, вообще не становится васаной. Если же этого не происходит, и человек не обладает силой самоосвобождения, его мысль может изменить его судьбу. Мысль может начаться с малого, а затем она может закрепиться. Закрепившись, она станет васаной, тем, что движет карму. Также в тексте так описывается феномен васан. Святые знают, что эта васана проявляется в форме вывода о том, что объекты существуют в действительности в своих формах, который порождает в уме желание получить или устранить их. Васана – это скрытые впечатления, находящиеся в уме, принадлежащие дживе, являющиеся признаками пуньи и папы. И еще. Васана – это скрытое в уме впечатление, являющееся причиной гнева, страха, желания и прочего, неожиданно возникающего, без предварительного и последующего обсуждения. Таким образом, можно сказать, что васана – это желание в его тонком состоянии. Все эти тонкие желания скрыты внутри тонкого тела. Перерождение в физическом мире происходит благодаря этим тонким желаниям. По признаку влияния на жизнь человека васаны можно разделить на проявленные и скрытые. Те, которые прямо проявляются, это проявленные васаны. Но также есть скрытые васаны, то есть те, которые до поры до времени дремлют. И в одной из лекций гуру сравнивает такие васаны с минами, которые лежат в океане со времен Второй мировой войны, и что они никому не видны. Но иногда они поднимаются на поверхность и представляют большую опасность для корабля, который идет. Скрытые васаны – это нечто наподобие этого. Это глубоко внутри затаившееся желание, которое ждет своего часа, чтобы всплыть на поверхность. Некоторые философы также дают определение васане как склонности или приверженности. Другие говорят так. Слепое цепляние за чувственные объекты посредством страстного желания или влечения без рассуждения или размышления называется васаной. В какой-то мере васана – это стереотипный способ думать, стереотипный способ желать и чувствовать. Это некая колея, наработанная многими годами, иногда жизнями. Длительное время васаны, даже когда мы хотим от них избавиться, будут по-прежнему толкать и действовать по-старому. Особенность ума такова, что, чтобы живое существо не задумало, если это повторяется многократно, со временем это становится полноценной реальностью. Из лекции гуру. Иногда человек женится на одних и тех же женщинах, или женщины выходят замуж за одних и тех же мужчин. Это тоже шаблон. Например, она может думать, у меня должен быть любимый человек, но я должна от него пострадать. Ее тонкое тело незаметно формирует такую судьбу, потому что в прошлом этот шаблон закрепился, и в этой жизни у нее тоже роль жертвы, пострадавшей от несчастной любви. Она инстинктивно, это называется коллективное сознание, тянется к таким людям, чтобы страдать от несчастной любви. Другие ее не устроят, потому что шаблон закрепился. Или другой человек закреплял такой шаблон мышления. Я хочу блистать, я хочу всех радовать, я хочу очаровывать, хочу, чтобы все мне рукоплескали. И в этой жизни, допустим, получает тело популярного шоумена, популярного певца, кого-то популярного, любимого публикой, которого восхваляют, блистательного, элитного. Так действуют разнообразные шаблоны. Эти шаблоны созданы ранее, и их не так-то просто изменить. Порой бывает так, что целая жизнь – это отработка только одного шаблона, пока он не исчерпается. В связи с этим важно понять, когда мы размышляем, какова моя миссия вхождения в этот мир. Пока нет миссии, пока нет просветления, нет миссии. Есть шаблон. Шастравасана, Дехавасана, Локавасана. Есть васаны. Как может быть миссия, когда есть васана? Это все равно, что в темной комнате говорить, где здесь свет. Пока нет света, есть тьма. Таким же образом, пока есть васаны, наш свет сокрыт. Ни о какой миссии невозможно говорить. Это все блеф ума, это все иллюзия, это обман. Но когда васаны стираются, шаблоны, все кармы уходят, естественным образом проявляется наша пробужденная природа. И тогда божественная воля, ичха, божественная мудрость, все естественным образом начинает проявляться, и вот это можно называть миссией. поскольку божественная природа начинает играть в человеке, и васаны больше не мешают, потому что нечистые васаны ушли, чистые обнаружены как пустотные, и они соединяются с божественной волей и божественной мудростью. Очень много людей по поводу своей миссии ошибаются, поскольку, если им честно сказать, они обидятся. Ваша миссия – проживать васаны, пока не достигнута чистота просветления. Никакой другой миссии пока нет. Вот такая миссия, кармическая миссия – проживать свою карму. Но если вы становитесь садху, это значит, вы пошли наперекор васанам. Вы пошли наперекор пракрите, чтобы освободить свою божественную природу. Значит, вас Шива пробудился, и он имеет в виду какую-то вашу миссию божественную. И первая миссия, которую он вам дает – пробуждение. Вот ваша миссия, никакой другой. Пробуждение. Для этого надо делать севу, садхану, сватхья и учиться давать на ступени. Все это вот ваша миссия. Но это путь, чтобы пробудиться. Вот это миссия. Но когда вы пробудитесь, первая миссия будет выполнена, естественным образом откроется вторая миссия, о которой я говорил, это уже лила, божественная игра будет происходить через вас. Джняна, Ичха, Крия начнут играть и пробуждать живых существ. Но уже ваше эго не будет мыслить в категориях двойственной миссии, оно будет не отделять себя от Шивы. Вот так все непросто с васанами и миссиями. Это следует понять. Виды васан. Цитата из Йога-васиштхи. Рама. Тенденции прошлых инкарнаций бывают двух видов – чистые и нечистые. Чистые тенденции ведут тебя к освобождению, а нечистые – к разным бедам. Несомненно, ты не инертная масса, а обладаешь сознанием. Ничто, кроме тебя самого, не заставляет тебя действовать. Поэтому ты свободен усиливать чистые тенденции, а не нечистые. Нечистые должны быть постепенно оставлены, и разум должен отворачиваться от них постепенно, чтобы не вызвать сильной реакции. Поддерживая хорошие тенденции постоянными действиями, ты их усиливаешь. Нечистые ослабляются, если их не использовать. Скоро ты увлечешься выражением хороших тенденций в чистых действиях. Когда таким образом ты преодолеешь действия порочных тенденций, и тогда надо будет оставить даже хорошие. Только тогда ты ощутишь в своем сознании высшую истину, не раньше. В тексте Веданты Панчадаши говорится, считается, что васаны бывают двух видов – шудха – чистые и малина – нечистые. Чистые васаны освобождают человека от перерождений, нечистые васаны порождают перерождения. Нечистые васаны, создавая колебания в уме и тем самым возбуждая ум, создают в нем влечение к объектам. Чем же отличаются чистые васаны от нечистой? Если кратко, то их главное отличие – то, в какой гуне они выражены. Если это саттва-васана, сатвичная, то чистая. Если васана в гуне раджаса или тамас, то нечистая. По-другому можно сказать, если васана воссоединена с естественным состоянием и является его проявлением, его игры, она чиста, потому что естественное состояние чисто по своей природе. Если васана бессознательна и не воссоединена с естественным состоянием, это васана нечистая. Таким образом, на пути освобождения даже саттва-васаны должны быть воссоединены с естественным состоянием. Веданта Панчадаши. Уничтожающая росток перерождений, шудха-васана подобна прожаренному зерну. Чистая васана дает знание о собственной природе, так же как нечистые васаны, такие как ахамкара, скупость, желание, гнев и так далее, рождаются без чего-либо совета, просто из своего преобладания во многих прошлых жизнях, так в человеке при помощи усилий, познавшим себя, с успехом осуществляющим нидитхьясану, знание проявляется спонтанно. Шудха-васаны – это то, что мы воспитываем целенаправленно. Например, поклонение у алтаря божествам – это шудха-васана, поскольку отпечаток всегда происходит в уме, и бхава от поклонения тоже отпечатываются в тонком теле. изучение текстов, сева, духовная практика – все это множество отпечатков чистых шудха-васан. Все это означает, что накапливается духовный капитал, и это по-настоящему духовное богатство. И нам нужно так укреплять шудха-васаны, чтобы они заменили наши старые васаны, предыдущие представления о себе. Тогда шудха-васана станет нашей следующей судьбой и нашим следующим рождением. Еще одним примером шудха-васаны может быть вивека, вичара и вайрагия. Если мы привыкаем заниматься самоисследованием, то в нас возникает различение между пятью кошами и состоянием турия, и возникает непривязанность к пяти оболочкам, непривязанность к сансаре, любовь к самоисследованию – это является шудха-васаной. Это раскрывает в нас качество джняны. Результатом благой дхармы и знаком того, что в нас много саттвичных васан, являются испытываемые нами чистые переживания. Шудха-васана означает, что в тонком теле есть образы божеств, допустим, испытываемые в медитации, состояние радости, блаженства, расширенных состояний, чувство бесконечности или полноты. То есть, когда есть переживание чувства бесконечного пространства, безграничного величия, чувство «я всемогущий», эти внутренние качества также описаны в тексте Даттатрея Авадхута Гита. Веданта Панчадаши говорит: мудрецы говорят, что малина-васана имеет форму полного невежества, скрывающего различия между атмой и телом, наделенного неприступной ахамкарой, побуждающего к ложным выводам и являющегося причиной перерождений. Видьяранья делят нечистые малина-васаны на три вида – лока-васаны, шастра-васаны и деха-васаны. Лока-васана. Видьяранья говорит: когда человек стремится вести себя таким образом, что его не только не осуждали окружающие, но и напротив восхваляли, это называется лока-васана. Она неосуществима, потому считается нечистой, если даже бог Рама и мать Сита, бывшие воплощениями Дхармы, не избежали клеветы на себя, то о других и говорить нечего. Лока-васана означает, что человек подвергается внешней культуре и плывет по течению. Лока-васана может меняться в зависимости от места и времени, где живет человек. Например, сейчас лока-васана может выражаться так: если человек живет в потребительской культуре, он стремится подражать ее стандартам, чтобы не выпадать из социального поля, не быть, как говорят, белой вороной. То есть быть подверженным воздействию общества, воздействию мира – это и есть лока-васана. Стремление быть как все, стремление плыть по течению вместе со всеми. Когда мы становимся свободными от лока-васаны, мы живем не в соответствии со стандартами принятой сиюминутной культуры, а живем в соответствии с общечеловеческими стандартами и стандартами Дхармы. Это значит, мы не подпадаем под лока-васану. То есть мы не подпадаем под так называемое общественное мнение, которое всегда переменчиво и часто зависит от идеологии или культуры, принятой в данный момент в обществе. Подпадание под кармическое видение начинается, как только душа воплощается в теле. В Упанишадах описывается процесс, как зародыш появляется в утробе, и затем, что остается доступным, это понятийный ум, некоторая память прошлых воплощений, и душа, если не имеет сильной связи с атманом, внутренним атманом, попадает под кармическое видение, это называется лока-дришти, что означает совместное видение, тоннель реальности, как его видят живые существа, населяющие данное пространство, или локу. Так возникает привязанность к такому видению, это и есть лока-васана. Из лекции гуру. Например, на Земле воплощаются люди, у которых нет привязанности к земной локе. То есть они выглядят, может быть, совершенно такими не совсем адекватными людьми. Если это привязанность к высоким локам, то они выглядят неземными, как инопланетяне. И они сами так говорят, они не имеют никаких интересов к земной жизни. Они реализовывают себя в творчестве, в чем-то необычном, то, что выше. Например, васура-локи, великие воины, которым интересно только воевать, завоевывать, повышать свой уровень в боевых искусствах, такие фанаты какого-то вида искусства. Если это души, пришедшие из сварга-локи, то это души, обладающие мистическими силами, большой мудростью и способностью к творчеству. Например, гандхарвы растворяются в самадхи звука, их ничего не интересует, кроме творчества. Земная жизнь им не интересна. Например, великие классики – Моцарт, Шопен, Бетховен. Про них говорят, они совершенно не от мира сего. То есть у них нет лока-васан, связанных с земной жизнью. Шастра-васана. Веданта Панчадаши говорит, шастра-васана подразделяется еще на три. Она является нечистой, поскольку может вызвать в человеке тщеславие, помимо тех дефектов, которые будут описаны далее. В широком смысле шастра-васана – привязанность к концептуальному мышлению, тенденция познавать Вселенную, окружающий мир и Бога, в том числе через концепции. Шастра-васаны Видьяранья разделяет на три. Мания декламировать веды, мания изучать другие писания, помимо веданты, и мания совершать ритуалы. Стоп. Здесь немножко надо сделать ремарку. Она и дальше идет у меня ремарка. Идет, да? Ну, нет. Все равно пояснить надо. Видьяранья писал в каком веке? Ну, пару тысяч лет назад, наверное. В X? Ну, в общем, средние века. Ведическая Индия, брахманическое общество, ведическая культура. И все декламируют веды, все делают дома ритуалы, все грехастхи делают ритуалы. И у некоторых развивается мания. То есть повально все практикуют, но у некоторых практика выходит из-под контроля в том смысле, что они увлекаются буквализмом в чтении шастр вместо самадхи, вместо самоотдачи, самоосвобождения и созерцания. Вот это имеется в виду, для того времени это актуально. Сейчас, допустим, нет ни у кого мании в Западной Европе цитировать веды или делать ритуалы. Наоборот, мы распространяем хоть как-то бы, люди научились опираться на шастры, делать ритуалы и так далее. То есть надо сначала сформировать определенную васану, затем сделать ее чистым, а затем трансцендировать. И вот шастра-васана – это не трансцендированная, выродившая васана в тотальном ведическом обществе в те времена. В век потребительской культуры таким васанам можно позавидовать. Эти васаны были в древневедические времена, когда люди были очень возвышенными и сатвичными, и даже желание читать веды непрерывно считалось нечистой васаной. Но это считается нечистыми васанами, потому что возникает к ней привязанность, тонкая форма привязанности, потому что не распознается измерение природы ума, и в ней еще есть двойственность, чувство делателя, и к ней есть привязанность. Согласно нашему учению, там, где есть привязанность, это признак нечистой васаны. Мания изучать большое количество различных текстов может означать, что человек, как говорят, сидит на уме. Возможно, из жизни в жизнь. Он захвачен шастрами, философским толкованием, при этом он может быть хорошим религиоведческим ученым или пандитом. В нашей же традиции, когда мы изучаем шастры, мы сразу учимся самоосвобождению, как говорит гуру, созерцанию пустотной природы шастр. В мифологии описывается случай, когда один брахман из жизни в жизнь изучал веды. Он хотел еще больше их изучать и попросил у Индры ситхи долгой жизни, потому что он еще не успел изучить все веды. Индра один раз дал ему благословение, затем другой, и когда он попросил третий раз, чтобы изучить все-таки все веды, Индра посмеялся и сказал: «Видишь, вот та гора, а вот камешек. Все веды – это как гора, а твои знания – это как камешек. И никаких жизней тебе не хватит изучать все шастры и веды. Тебе лучше оставить Писание и начать прямо постигать Бога, минуя концепции». Третий вид малина васан – дехавасана. В тексте также выделяются три ее вида. Ложное представление о том, что физическое тело, кажущееся чувствующим – это «я». Видьяранья пишет, что это представление является нечистым, поскольку оно полностью ложно, противоречит обоснованным методам познания и вызывает все наши страдания. То есть это ложное отождествление ахам-дехасми. Отождествление происходит на уровне первой коши. Второе. Иллюзия улучшения своей индивидуальности. Иллюзия улучшения своей индивидуальности означает, что человек вместо сдачи Богу бесконечно пытается улучшить себя, когда он практикует на уровне эго. Он стремится развить различные силы или способности и думает, что когда он разовьет различные ситхи, затем предастся Богу, потом начнет полагаться на Него. Но поскольку невозможно развить все магические силы ума, все знания и все способности, это также откладывается до бесконечности, поэтому эта васана считается нечистой. И третий вид дехавасаны – иллюзия устранения дефектов. К этому относится применение различных средств лечения, относящихся даже к незначительным дефектам тела. И святые делают акцент на том, что эта васана также является нечистой, поскольку тело – это хранилище различных нечистот и болезней. Освободить его от них – часто непосильная задача. Иллюзия устранения дефектов означает, что человек вместо того, чтобы направить свой ум на Бога, на реализацию Абсолюта, ищет, копается внутри себя и находит разнообразные дефекты, и все время есть стремление их устранить, вместо того, чтобы прямо предаваться Богу. Он постоянно, сосредотачиваясь на своем «я», ищет какие-то дефекты, стремится улучшить себя. Он делает главным объектом себя, свое «я» или свое тело, но он не делает объектом Бога. И поскольку эти дефекты можно устранять бесконечно, откладывая реализацию, это является нечистой васаной. Надо понимать, что на каком-то этапе любая хорошая вещь перерастает в свой минус. К этому относится абсолютно все. Поэтому даже, казалось бы, прямо связанные с дхармой и духовной практикой вещи могут со временем перерастать в нечистые, если к ним возникает привязанность. Иногда эти три типа васан называются манаса-васаны. Эти три главные васаны определяют, как мы видим этот мир. Если эти васаны будут очищены, эти шаблоны не будут повторяться, тогда возможно освобождение. Васана-кшая. Из лекции гуру. Возможно, у нас была такая модель поведения или в душе мыслительная стратегия, когда вы каждого, кто рядом с вами, стремились подчинить или показать, по крайней мере, свое превосходство, что вы умнее или лучше его, поставить, так сказать, на место. Это модель поведения. Возможно, она накоплена ранее, не сейчас, не в этой жизни, может быть, привили родители в этой жизни. Если она была, это означает есть васана. Но когда мы поняли, что мы атман и что другое тоже атман, что это совершенно глупое занятие, что это признак вашего неведения, приносит вам проблемы, другим проблемы, мы пересматриваем эту модель поведения, и она кажется совершенно глупой, или раскаиваемся, или рассматриваем ее с юмором. Или она кажется совершенным детством, и мы ее оставляем. И она, как старые игрушки, больше не приносит никаких проблем. Она забывается. И в процессе духовной жизни садху должен много-много васан растворить как этой жизни, так и прошлых. Он должен растворить васаны этого нынешнего воплощения, а также глубоко проникнуть в свою память, в подсознательную память прошлых реинкарнаций. И все эти васаны прошлых инкарнаций тоже растворить, поскольку эти васаны тоже спят с прошлых жизней. Такой процесс называется васана-кшая. Если васаны отбрасываются или растворяются, черты характера тоже меняются. Например, если в нас были какие-то негативные черты – соперничество, гневливость, а появляется сострадание, любовь, гармония, чистое видение – это означает, практика сработала, процесс васана-кшая идет полным ходом, и проявляются более возвышенные и более чистые васаны. Пересмотр васан самскар и таких моделей поведения очищает ум и считается признаком правильного продвижения, признаком того, что духовная практика не стоит на месте. Веданта Панчадаши. Средством уничтожения малина васан является развитие противоположной васаны, называемой дайва васана. Также в нашем учении он еще называется протипакша-бхавана. Развитие дайва-васаны – это есть развитие божественных качеств, например, божественного величия или божественной гордости. И вся садхана состоит в развитии дайва-васан, то есть любых возвышенных переживаний, связанных с возвышенными чувствами, осознания Бога, преданности Богу. Когда дайва-васан становится достаточно, и они замещают нечистые васаны, карма человека постепенно обретает другой вектор и перемещается в сторону освобождения. Прежде чем перейти к высшим способам очищения васан, можно сказать, что жизнь состоявшегося духовного человека предполагает, что он оперирует большим количеством способов того, как очищать самскары и васаны. Одним из таких средств является карма-йога. Считается, что служение – это наилучший способ действовать в этом относительном мире для очищения собственной кармы, который предполагает накопление белых семян, то есть хороших поступков, дающих заслуги. Карма-йога означает совершение действий без привязанности к плодам и результатам, служение божественным силам, дарующим просветление. ведическая духовная традиция обычно для очищения негативной кармы также предписывает покаяние, на санскрите праишчита. Покаяние – это то, с чего может начинать каждый практикующий, когда мы переоцениваем собственные поступки, собственные воззрения, пристально вглядываемся в свое сознание. До тех пор, пока ум не обрел чистое видение и не обрел самоосвобождение, покаяние – очень полезная садхана. Когда мы выполняем покаяние, это своего рода сеанс психотерапии, когда практикующий глубоко пристально входит, всматривается в подсознание и отыскивает различные омраченные места, ментальные отпечатки и затем их стирает. В санге мы проводим такую практику. Это практика самскара шутхи. Подвижничество, тапас, самодисциплина часто также предписываются для смягчения кармических реакций за прошлые деяния и как средство очищения потока ума. И гуру говорит: одни васаны вы должны пресечь волевым усилием, силой вайраги, отречения. Другие васаны научиться сублимировать силой визуализации йоги иллюзорного тела. А третьи васаны позволить им освободиться в естественном пространстве недеяния. В любом случае, применяете ли вы методы сутры, тантры или анутара-тантры, васаны должны быть искоренены, поскольку освобождение – это именно освобождение от васан. И наша задача, как практикующих, так утвердиться в васанакшае, чтобы васаны разрушались, чтобы они не влияли на сознание. Гуру часто указывает на то, что очень важна вера. Как правило, васаны меняют сознание только у неопытных практикующих, как говорят, обладающих малой верой. Те, кто обладает глубокой верой и способны пребывать в созерцании, их васаны не меняют. И сознание не изменится только в том случае, если сознание отдало себя Богу. Если сознание овладело недвойственным воззрением, если оно пропиталось сильной верой, преданностью и реализовало глубокое присутствие, и если есть настоящее отрешение от этого мира, от мира снаружи и, конечно же, от мира внутри, потому что любое любопытство к миру снаружи означает любопытство и к миру внутри, то есть неосвобожденная васана, привязанность. Это означает, что если мы владеем воззрением и осознаванием, то любопытство к миру внутри делает нас неравнодушными к внутренним самскарам и отпечаткам. Мы не можем их растворить, васанакшая не происходит, то есть имеет место различные цепляния. Эти цепляния являются причиной перерождения. Мы должны утвердиться в нидитхиасане, утвердиться в преданности и любви к Богу, чтобы эти внутренние данные не могли нас изменить, чтобы мы могли уметь их осветить светом своей веры, преданности и самоотдачи. Веданта Панчадаши говорит: считается, что нечистая васана уничтожается, когда даже при наличии благоприятных для нее обстоятельств она не может вызывать гнев, желание, жадность, в общем, проявляться. Васанакшая – это другой синоним самоосвобождения. Самоосвобождение направлено, как мы знаем, на мысли и эмоции, но если смотреть глубже, все это есть выражение васан. Когда самоосвобождение действительно глубоко ведется, оно не связано с концепциями, оно связано с растворением именно васан. И гораздо сложнее растворять васаны, связанные с эгоизмом, привязанностью, цепляниями, двойственностью, надеждами и страхами. Есть история о Даттатреи, когда он решил проверить веру и преданность своих последователей и вошел в озеро на долгое время, описывается, что на 100 лет. То есть Даттатрея мог освободить все васаны, связанные с элементом воды и воздуха. Для него вода была пустотой и светом, для него воздух был пустотой и светом, они на него не влияли. 100 лет Даттатрея был в состоянии освободить энергию кала-шакти, энергию изменения времени. Это была его васанакшая, сила самоосвобождения. Аскеты ждали его у воды, многие ушли и оставили тело, то есть это был показатель того, что васану времени им не удалось освободить. Затем, как только он вышел, он решил дать вторую проверку. И вышел во всей своей красе, в одной руке с бутылкой вина, в другой руке обнаженной красавицей. И он как бы говорил: вот смотрите, вот такое у меня самоосвобождение. Не все садху могли это вынести, очевидно, потому что у них было много васан, связанных с алкоголем, женщинами, этическими нормами в отношении вина и противоположного пола, и они не могли на это смотреть. То есть поднялось множество разных отождествлений, которые не были видны, но Даттатрея, как великий мастер, искусно спровоцировал и обнажил их поток сознания. Из лекции гуру. Поскольку бывает, мы не можем сами проникнуть в глубины васан и увидеть, что держит нас глубоко внутри, и мы считаем, что того уровня самоосвобождения от ума достаточно, а Даттатрея показывает, что нет предела самоосвобождению. Можно видеть глубину отождествлений, можно от них освобождаться. И вот васанакшая с точки зрения Веданта Панчадаши учит нас, как самому себе быть Даттатреей, как уметь растворять собственные васаны, поскольку не всегда Даттатрея будет рядом с нами, приходить по первому нашему зову. Наша задача – открыть Даттатрею внутри, научиться самому себе быть Даттатреей, пробудить садгуру, обнаружить в себе природу Даттатрея, и чтобы все наши самые закоренелые васаны могли, столкнувшись, раствориться. Мана наша. Йога-васиштха. Тот, в ком все концепции и привычные тенденции прекратили свое существование, превзошел все умственные ограничения и привязанности. Он подобен лампе, которую больше не питает масло. Веданта Панчадаши говорит, успешно практикуемая васанакшая обязательно приводит к мана наша. Рекомендуется ее отдельное практикование, которое в свою очередь поддерживает васанакшая. Мана наша – это уничтожение ума, это состояние, когда при помощи постоянных усилий ум отрешается от своих обычных мыслей, что позволяет ему устремиться к цели, обретению знания и пребыванию в нем. Это незаторможенность и не ступор, причинами которых могут быть наркотики, алкоголь и тому подобное. Тот, кто осуществил мана наша, способен вызвать спокойное состояние ума и занять ум любым избранным предметом, сохраняя однонаправленность, как это предписано шастрами. Считается, что при мананаша происходит растворение самого механизма ума. Продолжается процесс растворения всего тонкого инструмента мышления, инструмента отождествления, когда мы отождествлялись с нашей душой, с нашей памятью, с нашим эго. И наступает то, что называется отсечение надежд, цепляний и страхов. В этот период отсекаются и растворяются уже не разные васаны и модели проявления, стратегии мышления, а разом растворяется вся картина мироустройства, где мы выступали в роли эго. И в лекции гуру говорит, что мана наша – это радикальный опыт, который соответствует стадии зачатия. Именно на проверке учения по 16 кала гуру тестирует сознание ученика, прошел ли он опыт мананаша или нет. И на стадии зачатия, если какой-то уровень зачатия постигнут, это значит мананаша, растворение ума началось. Это значит, йогин хотя бы единожды глубоко пережил турию. Когда мы переживаем трансцендентное сознание, мананаша происходит. Это означает, больше нет цепляний ни за одну фиксированную идею, больше нет цепляний за свое эго, нет цепляний за свои представления. Можно сказать, что ум – это не некий мечущийся мыслительный процесс у нас в голове. Это все длительные лабиринты нашего тонкого тела. Это целый огромный город, целое государство со множеством спящих карм прошлых жизней, событий, ситуаций, накопленных знаний не только этой жизни. Это очень большая область. Гуру сравнивает весь этот поток сознания, ум с отпечатками, с грибницей, которая разрослась. Это и есть наше тонкое тело. Мананаша означает вырывание своего сознания из клетки этого большого города. В этом городе есть своя определенная атмосфера, в нем есть скрытые кармические тенденции, которые воззревают на будущее, нынешние тенденции, которые воспринимаются и формируют нас и окружение. В этом смысле, если йогин достигает уровня мананаша, это, безусловно, является большим прорывом его практики, к которому можно идти долгие годы, десятилетия или жизни. Мананаша также означает вайрагию, поскольку механизм отождествления с умом разрушен, то наступает отрешение. Гуру в лекции приводит такой пример. Представьте инопланетянин, какие он имеет привязанности. Можно его посулить большие деньги, властью его соблазнить, еще какими-то желаниями. Невозможно. У него инопланетные ценности. Есть своя инопланетная культура. Он вообще не живет в системе координат мира людей. Это все равно, как человека нельзя соблазнить другой кошкой. Кота можно соблазнить кошкой, молоком, мышью. Есть конкретный признак, как соблазнить. Кота можно смутить собакой, веником, соблазнить кошкой, молоком, сметаной, мышью. Но на человека это все не работает. Он безразличен к венику, не боится пылесоса, безразличен к другой кошке. Молоко, сметана – это не предмет вожделения, потому что у него другое мышление. И даже нельзя сказать, что он отрекся. Можно ли сказать, что человек отрекся от веника, пылесоса или собаки? Это со стороны кота может показаться, что он отрекся, но он просто имеет другую ценностную систему координат. Такие же изменения происходят в процессе мананаша. Садху, идущий по этому пути, имеет другую ценностную систему координат. Можно сказать, что настоящая практика начинается, когда мы начинаем смотреть вообще в другую сторону. Истинное отречение означает, что мы входим в другое видение жизни, и в этом видении жизни нет места старым ограничениям и привязанностям. То есть система отождествления с умом разрушена, и мы стоим на твердом пути принятия недвойственности, видения мира в недвойственности. В то же время мананаша не означает, что мы уничтожили ум и перестали быть способными думать или бездумными вообще. Мананаша означает, что ум нашел свой источник, свой центр. При этом способность думать и проявлять ясность никуда не исчезла. Но ум теперь нашел своего хозяина и предался ему. Он нашел свой источник. Ум теперь не живет без господина. Он не думает сам по себе, не строит планы сам по себе. Он знает своего владыку и знает, что его задача – служить Богу. Он утратил свою связывающую силу. Бодха. Из Веданты Панчадаши. Мананаша может быть совершенной только при наличии бодха и васанакшая. Эти три понятия являются взаимозависимыми. Все эти три понятия зависят друг от друга. Усиливая одну, мы усиливаем обе, две других. Бодха означает осознанность, просветленное состояние, созерцательное состояние. Когда мананаша пережита, садху вступает в поток просветления, бодха, и следующие стадии, начиная фактически с зачатия, это уже малое просветление. Он уже вступает в поток, это еще не набравший силу просветления, но он уже находится в потоке просветления и уже уверенно идет. И теперь нужно только время, только в нем оставаться. Оставаться в нем может быть понадобится долгое время или даже вся жизнь, до тех пор, пока не будет достигнуто освобождение. Но если такое пребывание в атме не набирает свою силу, оно дальше растворяет мешающие нам кармы, и свет сознания нарастает. Итак, васанакшая нужна для того, чтобы освободить путь для мананаши путем разрыва отождествлений. Мананаша нужна для того, чтобы обрести просветленное состояние бодха. И просветленное состояние бодха – это состояние, когда нисходит божественная благодать, ануграха. Гуру говорит, что бодха – это знание о себе. Это означает, что мы знаем это тело, мы знаем астральное тело, ментальное тело, мы знаем причинное тело и мы знаем атман. И мы все это знаем, и опираясь на свет причинного тела, свет атмана, мы растворяем кармы в нижележащих телах. Мы низводим просветляющий свет в нижележащие тела. Это и есть благословение просветляющим импульсом, ануграхой. Заключение. Васанакшая, бодха и мананаша – это то, чем занимается каждый практикующий. Разрушение васан, растворение ума, самопознание, пробуждение внутреннего осознавания, бодха, просветление. Просветление, как правило, начинается с короткой вспышки или озарения. Это означает, что на короткое время приоткрывается реальность, истинная реальность, исконный ум в своей чистоте. Затем, если йогин не оставляет практику, процесс нарастает. Из текста «Атмабодха». Практика непрерывного познания очищает душу, загрязненную неведением, по совершению чего знание само растворяется в душе, как выполнившее свою задачу лекарство растворяется в теле. Полностью просветленный йогин вмещает в себя воистину всю Вселенную и посредством глаз мудрости во всем видит самого себя. Я действительно являюсь всем миром, и нет ничего отличного от меня, как нет посуды, отличной от глины, поэтому я вижу себя во всем. Воистину я, как восходящее в сердечном пространстве солнце познания, разрушаю тьму, проникаю везде и все поддерживаю, освещая собой все вокруг. Шри Адишанкарачария. Намасте. Я бы хотел поблагодарить гуру за его лекции. Хотел благодарить святых за тексты, которые они нам оставили, передали. И пусть данный доклад послужит благу всем существам. Намасте.